Традиционная утренняя прогулка с собакою. Большая пурга закончилась, но снежок еще идет и, по-моему, прекращать не собирается. Все уже поразъехались по рабочим местам, потому что рабы всегда прикованы к своему рабскому расписанию. А я только-только собираюсь отправиться в столицу Камчатского края. А пока обычная утренняя прогулка с собакою. Там на севере видны подножья домашних вулканов. Козельского, Авачинского, Корякского. Видно даже солнце, которое пробивается и освещает облака. Опускаю дорогу до развилки на микрорайон Кирпичики и начинаю показ вам. С этого самого поворота и двигаюсь я на выезд из столицы Камчатского края в район 10-го километра. Сейчас проезжаю мимо гор водоканала. Впереди в створе вы видите Мишенную гору. В отличие от моей деревни, в Петропавловске солнечно. И дороги достаточно неплохо почищены. Я думаю, те из вас, кто в Петропавловске живет или жил, знает, где мы находимся. А для тех, кто забыл, объясняю, мы едем по нижнему горизонту. Мы поднимаемся. И вот тут меня ждала большая пробка, поэтому я ее пропустил и продолжаю показ уже в районе поворота на Дачную, в районе улицы Королева, Нового рынка. Сейчас я подъезжаю к первому кольцу, откуда ведет новая объездная дорога в район Елизово. Сейчас проеду по кольцу и двинусь в сторону 10-го по проспекту имени экономиста Карла Маркса. Да-да, того самого экономиста, который не был даже старшим экономистом, как тетя Циля, из старого анекдота. Наконец-то в Петропавловск пришла зима. И вы видите это на своих экранах. Последние годы зима приходит достаточно поздно. Я довольно долго живу на Камчатке и помню еще годы, когда снег ложился в начале ноября. Помню зимы, когда действительно дома заметало до второго этажа. Последняя такая зима на моей памяти была с 87 на 88 год века минувшего. Вот я уже выехал вновь на центральную трассу города и мимо Краевой научной библиотеки, мимо пенсионного фонда еду в сторону 8-го километра. Удивительно, но никаких пробок уже нет. Да вы и сами это видите.
Температура около нуля. Солнце, снег, чистый воздух. Вот такой вот Петропавловск. На 10-м километре меня ждет короткая встреча с младшим братом, а потом я оттуда направлюсь в обратную сторону, чтобы заехать в Краевую научную библиотеку имени Степана Крашенинникова. Там заканчивает работу. Вот, кстати, на экране вы видите, что я уже еду в обратную сторону. В Краевой научной библиотеке имени Степана Крашенинникова заканчивает работу выставка детского рисунка. Эта выставка называется «Камчатка. Лето и немного осени». Жаль, что эту выставку из-за так называемой эпидемии, так называемого коронавируса, увидели немногие. И моей сегодняшнюю целью заезда в библиотеку является записать рассказ главного библиотекаря Натальи Дивниной об этой самой выставке. Я уже подъезжаю к библиотеке возле памятника трем непьющим пограничникам, заверну налево, потому как отсюда к библиотеке поворачивать нельзя. Заверну налево, поставлю машину возле бывшего Петропавловского аэровокзала и через двор Краевого архива пройду в библиотеку. Ну, а дальше вы увидите сами. Перед вами выставка, которая собрана по итогам конкурса, краевого конкурса детских рисунков «Камчатка. Лето и немного осени». Краевой конкурс проводит, соответственно, краевая библиотека, и проводит она его уже ни много ни мало в седьмой раз. Мы проводим этот конкурс, ну, само название диктует, за лето и за осень наши прекрасные участники могут подготовить прекрасные рисунки, и с июня месяца по 1 ноября мы начинаем их собирать. Обычно участвует у нас достаточно много людей, в этот раз 236 человек. Это учащиеся средних школ города Петропавловска, Камчатского, Елизово и Вилючинска, а также участники художественных школ и студий того же Петропавловска, Елизово и Вилючинска. Студия «Этюд», Елизовская детская художественная школа, народная студия «Палитра» из города Вилючинска. В этом году основные у нас участники по студиям. А там участвуют и студия «Чудо Радуга», и про каждую школу можно, собственно говоря, рассказать, как это прекрасно, как это замечательно. Вот я стою у работы, которая в этом году впервые победили в номинации «Гран-при». Мы никогда не присуждали «Гран-при». Но вот эта дивная работа Лады Скрипаченко, Елизовская детская художественная школа, если бы Ван Гог жил в Петропавловске, ну, поразила сердце жюри. Нам помогает в подведении итогов из 236 работ, победило только 43 работы, 43 участника. Помогает нам Камчатский краевой объединенный музей, у них свой приз. А так, наша особенность нашей выставки, у нас замечательные номинации. За творческую смелость, «Все любят котиков», «Мой любимый медведь», «Встреча с лисой» и разнообразные. Кстати, в этом году
Тема нашего конкурса была «Природа в городе». Шестой конкурс назывался «Этно-Камчатка». Предыдущий конкурс – «Красочные путешествия по Камчатке». Каждый год меняется тема. Мы рады всем, всем, всем участникам. Мы вручаем им грамоты и замечательные, на мой взгляд, призы. Когда закончится Филиппов пост, в январе я выложу на свою страницу в Фейсбуке репродукции детских работ, представленных на выставке. А сейчас, во время поста, я отдыхаю от социальных сетей, за исключением разве что этого самого уютного канала на ютубчике, который вы сейчас смотрите. Я выехал на улицу имени Андрея Савельевича Лукашевского, знаменитого камчатского врача. Сейчас мне нужно заехать на рынок. Заехать на рынок, чтобы купить пластиковое покрытие на свой новый деревянный стол. Совершенно несложно попасть на рынок с улицы Лукашевского. Справа у нас родильный дом, и до рынка осталось совсем немного. Надеюсь, что я найду там место для парковки. Вот он, поворот на рынок. Заезжаю туда и, опережая события, скажу, что место нашлось вот здесь. Это я уже покидаю рынок, купивши все, что хотел. Пора двигаться в деревню. Обратите внимание, что чуть стоит съехать в сторону с центральных улиц столицы Камчатского края, как уже работа коммунальщиков незаметна. Здесь не чистили, здесь просто водители раскатали. Нет, похоже, все-таки чистили, но не очень хорошо. Выеду на улицу Дачную, и это уже будет почти финишная прямая. И по этой самой прямой я направлюсь в свою деревню. Напомню, что я живу в поселке Заозерном. Это поселок за Халактырским озером. Оттуда он и берет свое название. А погода ухудшается. Небо уже становится серым, тяжелым. Да сейчас вы увидите это сами. Вот она дорога, ведущая к поселку Дальнему, и всяческое солнце пропало. Темно, уныло. Впереди Петровский хребет, чуть-чуть над ним справа проглядывает светлое небо. Но над основной частью хребта, над основным его массивом, тяжелые облака. А вы не забудьте оставить свой комментарий под роликом, написать, что вы думаете, какие мысли приходят вам в голову, когда вы смотрите мой уютный видеодневничок. Все, вот и все. Совсем немного, и я дома. Вот так вот в город съездил, вернулся и пошел вновь гулять с собакою. Потому как собака прогулки, как известно, любит. Солнце, которое было в городе, у нас в деревне отсутствует. Герда, пойдем гулять.
Надо сказать, центральные улицы в Петропавловске. Прочищены достаточно неплохо, посыпаны песком. А вот отдаленные районы и межквартальные проезды пока еще все в снегу. Видать, руки у коммунальщиков не дошли. Надеюсь, что дойдут. Не знаю, слышен ли мой голос, потому как шумит ветер и поролоновая ветрозащита на экшн-камере навряд защищает от него. Так что показывать, наверное, больше нечего. Город с авторегистратора вы посмотрели. На сегодня, наверное, все. Вот моя деревня.